Чтобы встретить наступающий год, излишне не отягощаясь негативными мыслями, лучше отпустить все обиды и плохие воспоминания. Важно простить не только других, но и себя самого. Вступая в 2021 год, правильно хранить в сердце хорошие моменты, которых, несомненно, у каждого было немало. Принимайте совершенные ошибки как отлично усвоенные уроки. Но не корите себя за их совершение. О том, что должны простить себе представители всех знаков зодиака перед встречей 2021 года, повествует данная видеостатья. Овен, простите себя за замедление. Вы всегда чем-то заняты, поэтому вправе уделять время и отдыху. Не нужно злиться на себя, если что-то не удается сделать, так как не хватает времени, энергии или сил. Телец, простите себя за тот единственный раз, когда вы кого-то очень сильно разочаровали. Все окружающие уверены в вашей надежности и в том, что на вас всегда можно рассчитывать. Не берите с собой в Новый год вину за случайную ошибку. Близнецы, простите себя за принятые решения, которые, возможно, были неправильными. Каждый человек учится по мере продвижения вперед, и иногда ошибки в конечном итоге становятся самым важным уроком. Все порою поступают неправильно, главное, не повторять одних и тех же просчетов. Рак, не укоряйте себя за то, что ваше эмоциональное состояние часто оказывалось нестабильным. Не нужно извиняться за собственные чувства и реакции, не бывает неправильных и правильных эмоций. Не будьте слишком суровы по отношению к себе. Лев, простите себя за те моменты, когда вы попробовали делать что-то новое, и попытки оказались неудачными. Научитесь не относиться к жизни так серьезно. Иногда можно и посмеяться над некоторыми событиями, которые не принесли ощутимого ущерба. Дева, простите себя за то, что вы не сдержали некоторых данных обещаний. Не всегда удается говорить исключительно правильные вещи и редко удается исправить уже сделанное или вернуть произнесенные слова. Попросите прощения у других и смело двигайтесь дальше. Весы, простите себя за то, что тратите время на людей, которые не заслуживают такого отношения. Не все будут относиться к вам так, как вы хотели бы, не будут любить так, как хочется по-настоящему ценить оказанное доверие. Однако вам по силам изменить собственный образ жизни. Любите сами и учитесь больше доверять. Скорпион, простите себя за то, что у вас нет ответов на все вопросы. Вы привыкли, что люди обращаются за помощью, советами и готовыми решениями, но иногда не просто помочь всем. Иногда затруднительно дать дельный совет, примите это как данность. Стрелец, простите себя за то, что не общаетесь с теми, кого любите, так много, как хотите. Сложно поддерживать отличные отношения, когда жизнь очень беспокойная и напряженная. Любимые люди знают об этом и не обижаются. Обязательно наступит тот момент, когда вы будете собираться в кругу семьи настолько часто, насколько желает душа. Козерог, простите себя за то, что вам требуется помощь. Вы хорошо справляетесь с делами, но не нужно слишком строго относиться к себе, когда вам что-либо не по силам. Просьбы о помощи не лишают независимости. Они лишь показывают, что вы достаточно умны, чтобы четко ощущать границы собственных возможностей. Водолей, простите себя, что вам требуется много личного времени. Не нужно чувствовать себя виноватыми из-за этого. Важно заботиться об удовлетворении собственных потребностей, а не только желаний и стремлений других. Рыбы, простите себя за время, которое вы могли бы уделить помощи другим, но не сделали этого. Ваше сердце и так наполнено любовью и состраданием, и вы помогаете другим почти при каждой возможности. Не нужно стараться действовать выше своих сил, перестаньте беспокоиться о таких моментах. А в целом астрологический гороскоп на 2021 год полон приятных неожиданностей для представителей всех знаков зодиака. Возможно, вам будет интересно узнать про сюрпризы, которые он уже приготовил. Об этих и других интересных факторах вы можете узнать в наших последующих выпусках.